вертя ручками. Научиться управлять автомобилем, да, чтобы сдать на права, аккуратненько, это легко. Стоп! Но мне важнее, хорошо, научить человека не рисковать. Выкручиваем. Знаете, что больше всего уносит жизнь? Обгон по встречке. Не надо. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу.